трактор. Всем привет. В общем, вот уже установили 3 трубы. Эти по 3 метра высотой. Это 3,5. И потом будет дальше достраиваться в ту сторону. А что нажимать? Внутрь? А, поближе? Да. Можно. Вот такой синик получится. Сейчас поднимем вот эти наверх. Поприкручиваем и будем укрывать шифером. В общем, уложили на крышу брусья 8 на 10. Сейчас будем шалевкой укрывать, а потом шифером все обошьем. И все. Выглядит наш огород. Вот, прибиваю шалевку. Вот так. Сейчас строим. Крышу будем накрывать шифером. Thank you.
выключат. Вот и подошла к концу стройка синяка. В общем, мы его уже, ну не полностью, но почти доделали. Уже и накрыли крышу, и ну, прикрутили все. В общем, это такой получился конструктор для взрослых. Столбы мы не бетонировали, они просто вкопанные и, ну, и засыпаны землей. Все, ну, весь металл был приварен сразу, а брусья вот поприкручивали, ну, вот такими саморезами. Застелили крышу и накрыли. В общем, получился вот такой большой. Ну, не знаю, как большой, но, в общем, он будет еще достраиваться вот отсюда, вот так сюда будет еще добавка такая небольшая, и сюда будет, ну, отсюда будет седна сюда ложиться. Высота, я уже говорил, 3, ну, эти столбы 3 метра на 3,5, и длина синяка 4 вроде на 4, да. В общем, крышу уже накрыли, шифером обошьем эту сторону и ту заднюю. Здесь вот будет шифер только внизу, чтобы здесь подъезжал трактор, и сено будет закидываться сюда, ну, до того момента, когда не будет доделано вот там дальше, ну, вот здесь, то тогда будет сено сюда вкидаться, а здесь тогда зашьем уже и вверх. В общем, мы его строили, ну, если считать вместе с воротами и с уборкой, 4 дня. Ну, получается, что нужно еще на него один день потратить. Но завтра меня не будет, мы уезжаем в город. Яшка плачет. Яша. А дошивать, ну, обшивать шифером будет уже тесть сам. Ну, и может поможет немножко еще дед. В общем, за такой монтаж видео я, конечно, так монтировать не сильно умею, но мне кажется, получилось достаточно хорошо, и мне положено за это Оскар. Если вы знаете, в какой категории, то напишите мне в комментариях. Еще хотел сказать, если вам будет интересно узнать, сколько мы потратили на постройку данного синяка, то пишите в комментариях, и я сниму подробный рассказ, подробное видео о том, что и сколько было потрачено на возведение вот такой конструкции. Будьте уверены, видео будет очень интересным, потому что я знаю, сколько мы потратили на него. В общем, вроде показал, рассказал на протяжении этих 3 дней много. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Всем пока!